Помимо традиционных вопросов о возрасте, о семейном положении, уровне образования, составе домохозяйств, нам предстоит задать вопросы о репродуктивных планах населения и условиях, при которых эти планы будут реализованы. В микропереписи примут участие чуть менее 2% жителей. Поэтому крайне важно, чтобы все, кто попал в выборку, ответили на вопросы статистов. Это позволит получить максимально точные данные. В поле для проведения опросов населения выйдет 101 переписчик. В течение всего периода проведения микропереписи ему предстоит обойти 150 в среднем помещений и опросить около 400 человек. Полученная информация строго конфиденциальна, утверждают в Пермстате. Кроме того, переписчик не будет уточнять фамилии респондентов. Все ответы на вопросы записываются исключительно со слов собеседников, без предоставления подтверждающих документов. Узнать переписчика очень просто. У каждого из них будут вот такие сумка и браслет с надписью «Росстат». Удостоверение личности, которое будет действительно только при предъявлении паспорта. А также планшет. С этого года все данные переписи будут храниться в электронном виде. Дома, куда придут переписчики, будут отмечены специальными плакатами. Если кого-то из респондентов не окажется дома, статисты оставят специальные листовки. По указанному номеру телефона можно будет договориться о встрече с переписчиком. Александра Михеева, Михаил Сетров, телевизионная служба новостей.